На весеннюю путину вышли сотни рыболовецких бригад. Но затяжная весна оказалась трудной и для рыбаков. Уж слишком долго стоял на озерах лед. На Сям-озере ведет промысел бригады Михаила Петровича Лебедева из Сям-озерского рыбопункта. Первые уловы не очень велики, но рыбаки надеются на свое рыбацкое счастье, тем более, что делается оно собственными руками.